Сегодня хотелось бы показать еще один интересный ножик. Этот ножик делал кастомизацию, делал мой хороший знакомый, который, собственно, и тоже увлек меня в свое время вот такими вот чехольчиками. Вот как бы это его идея делать их из обувных стелек. Делает он превосходно, красиво, аккуратно, даже предусмотрена вот дырка для, не дай бог, слива воды. Вот, значит, ему понравилось вот то, как получился Tenacious, вот, и поэтому он решил сделать, как бы он именно из тех людей, которые покупают нож, потому что он просто нравится. Он не парится, там, бренд, не бренд, поэтому это Navy. Китайский ножик, вот, на котором сделана такая же выборка, как на Tenacious. Стал тонюсеньким, удобный. У него compression lock. Вот. Сделан stone wash. Вот. Мы видим, почему такой достаточно агрессивный. Я его сегодня поточил. Нож режет просто супер, потому что сведен он и так сам по себе. Очень тоненько. Вот остатки названия Navy. Ну и все мы видим, что здесь присутствует травление. Человек тоже решил попробовать вот именно такое травление. Ну, скажем так, если я правильно помню, он хотел добиться какого-то еще и рисунка. Вот в, мы видим, не знаю. Но ему это почему-то очень напоминает наши горы. Я тоже согласен. У нас вот такие примерно горы. Причем это с обоих сторон. Вот. Очень красиво, качественно получился нож тоже. А если вы обратите внимание, на самом деле у него даже изменена форма рукоятки. Кто не знает, я сейчас вставлю вам картинку оригинала и картинку после. Чехольчик, все как бы этот, и он стал тоненький, тоже G10. Поэтому на самом деле, видите, это как бы у Александра вообще руки золотые, а я в принципе справился со своей задачей, все, что было, какие идеи было, он мне кое-где помогал все это воплощать в реальность. Поэтому я думаю, что в принципе это каждому по силу, главное желание и самую малость, ну, небольшую, это инструменты. Вот, поэтому всем спасибо. Следите за новыми видео.